И всем привет, мы будем создавать меня, два человека. Так, наберем мы любого персонажа, например, вот этого. Так. Делаем анимацию вживую. Потому что мне так нравится и так оригинальнее. Подобрать можно. Ну, у меня на самом деле такие глаза просто. Я нашла такую картинку и поставила на аватарку. Мне она просто понравилась. Вот и все. И у меня, кстати, коротенькая причесочка без ушек. Да. И сзади у меня хвостик. А резиночка у меня черненькая. Фиолетовая. Иди. Шевелюра фиолетовая. Не надо как-то такого однородного цветика сделать это все-таки, я не знаю как. У меня кофточка. Походу штаны. Я даже не знаю, наверное, голубые. Сделаем, допустим, голубые. Носочки такие, как думаю. Нет, не так. Не так хотя бы. Ну все, так. Ну, самого персонажа зовут Дэш. Или Муз Дэш можно назвать. Потому что мне написано там Муз или Даш или Дэш. Я не знаю, как пишут, как читать. Или Дэш. Или Даш. Анимацию. Надо подобрать. Ну и где это? Сколько-то. Так. Вот первая. Вот вторая. Просто выберем, что он стоит. Короче, я стою. Ну, вот такая там я Вот так вот я себя создала. Всем пока, подписывайтесь на мой канал.